Детали предстоящего фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске обсудили накануне в Национальном пресс-центре. В этом году в Беларусь приедут представители 39 стран, а фестивальных локаций станет больше. Итак, с 9 по 13 июля весь город превратится в огромную арт-площадку. Центральным местом событий станет летний амфитеатр. Здесь пройдет 18 концертов. Популярностью у зрителей неизменно пользуются конкурсы вокалистов. Одним из самых зрелищных этапов станет полуфинал. Борьбу за гран-при продолжат только 15 конкурсантов. Телетрансляция важна, потому что, насколько я знаю, что и доля зрителя, которые, цели зрителя, которые смотрят фестивальные мероприятия, она достаточно высока. Кроме того, я хотел бы отметить все более возрастающий интерес со стороны различных стран мира, особенно тех стран, которые представляют своих конкурсантов на конкурсе. И на сегодняшний день у нас в перспективе работа именно с этими странами в направлении, если не продажи, то передачи на начальном этапе прав на трансляцию конкурсных мероприятий. В этом году впервые участвует представитель из Никарагуа. То есть даже если из таких далеких стран есть интерес к фестивалю, это говорит о том, что есть интерес к нашей стране, что посредством фестиваля узнают о нашей стране. И с другой стороны, именно здесь, на фестивале, представители самых разных культур налаживают контакты между собой. Девиз фестиваля «Через искусство, мир и взаимопонимание» — это не просто слова, это реально работающая формула. Телезрители также смогут оказаться в Витебске, правда, виртуально. Белтелерадиокомпания покажет фестивальные дни. А последнюю информацию с места событий аудитория узнает из сюжетов от агентства теленовостей.